19 апреля 2020 год, Харьков, в Чаду, я бы даже так сказал, на Пасху и в Чаду, 15:38 по Киеву. Зачадило что-то, с запада нам принесло запах горелого пластика. Вон, видно трубу Саутовской ТЭС, да? Еле-еле. Ну, в общем, дальше, чем на пару-тройку километров, не видать вообще ничего. Журавли как раз 2.5 километра отсюда. Новостройки на Героев Труда. Караул. Вонище. Неприятно с Пасхой получилось. Двадцать восьмое ноября 2017 года, Харьков, солнечный денек и дичайший ветер. Улица Тракторчатая, улица, проспект Тракторостроительный. И красоты индустриального пейзажа. Да, вообще горизонтально дым стелется. Прямо лютый ветер. Так, это у нас Салтовское депо трамвайное. Там у нас прячутся новогодние матрешки. За деревьями там Меридиан строится, микрорайон. Это должно было быть здание, но получилась ветка. Ну хорошо, пусть будет так. Во времени ограничен я сильно, поэтому снимать приходится лишь то, что в непосредственной близости от место жительства. Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Солнечный денек в ноябре уже хорошо. Будет панорамка. Это у нас окружная. Ну, в общем, за город.
И еще разок на трубочке.